тем, кто фанат канала, скажем так, и постоянно следит за видео новыми на канале. Это видео не очень важное. Оно, возможно, даже будет скрыто от нежелательных глаз. Здесь я просто меняю аккумулятор по просьбе знакомого в смартфоне Huawei P20 Pro, у которого аккумулятор раздуло. Он выдавил крышечку, спасибо ему, потому что благодаря этому мне даже не пришлось крышку подогревать. Просто спирт и механическое воздействие. И это... Нет, эти две вещи с легкостью помогут разобрать ваш смартфон, если он собран так, как Huawei P20 Pro. В чем отличие? Крышка приклеена только по периметру. Некоторые китайцы любят приклеить ее по всей плоскости, и тогда у вас очень много проблем. Когда она приклеена только по периметру, отклеить ее несложно. Также здесь есть очень хорошее решение. Под аккумулятором клеевые поверхности, скажем так, располагаются в одной плоскости, а шлейф, идущий под аккумулятором, намного глубже, как бы в канаве. Благодаря этому очень сложно его повредить. Спасибо производителю, что придумали такую интересную тему. Хотя могли бы сделать, как китайцы третьего и второго эшелона, и просто при съеме аккумулятора у вас бы рвался шлейф, вы бы шли покупать еще и шлейф. Здесь ребята позаботились о том, чтобы этого не происходило. Огромное им спасибо. Также замечу, что крышка материнской платы прикручена на такое большое количество шурупчиков, что я сначала даже не все увидел. Когда до меня дошло, какой шурупчик держит, я все-таки смог его открутить и ее снять. А поначалу я пытался крышечку просто отгибая делать манипуляции, связанные с заменой аккумулятора, но было, скажем так, не очень удобно. Поэтому я все-таки напрягся, поискал, нашел, где этот шурупчик находится. И если я прав, то я просрал несколько минут видео, поэтому в середине есть нестыковочка. Придется мысленно вам додумать, что было в том промежутке. Потому что я лично доблестно думал, что у меня камера пишет, потом пригляделся, камера не пишет. Запись видео запустил дальше, но часть видео, по-моему, все-таки пропала. Но, к сожалению, у меня сейчас так мало времени, господа, поэтому видео выкладываю без редактирования, чисто наложив сначала рассказ о том, что будет, потом музычку, чтобы было не очень скучно, ну и рассказываю вам, что можете перематывать безжалостно до нужных вам моментов, если вы хотите тоже разбирать смартфон, или если вам недостаточно других видео в интернете по разборке данной модели. Ну а так... Вообще больше это отчет для человека, которому смартфон я таким образом разбирал и собирал. Сразу под финал замечу, было изменено клеящее вещество для задней крышки. Тут была какая-то непонятная штука, я так и не понял, то ли это уже кто-то переделывал, то ли это производитель придумал. Это был и не скотч двухсторонний, и не прокладка, а какой-то гибрид тоненькой резинки и двухстороннего скотча. То есть для резинки это тоненькое, для скотча это толстое изделие. Я вместо этого дела приклеил гарантированно клеющий двухсторонний скотч от китайцев, которые присылают его с намеком, что это самое лучшее для приклеивания крышек смартфонов или экранчиков. Ну, посмотрим, насколько это будет хорошо держаться. Потому что, как мы выяснили, у этого смартфона мы хотим поменять еще потом две детали, поэтому вскрывать нам его предстоит. Поэтому всем спасибо, всем покеда. И, кстати, кто не в курсе, у данной модели даже разговорный динамик участвует в воспроизведении видео, точнее звука при видео. То есть получается некий стереозвук, но разговорный динамик работает потише, чем основной, но все равно работает довольно-таки серьезно. Поэтому всем спасибо, кто посмотрел. Если у кого какие-то есть вопросы, можете задавать, хотя на самом деле этот аппарат не свежий и очень популярный, про него видео в интернете хватает. Всем пока. Это Латуха. Дальше музыка, видео и финал, заставка. Всем чао. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Мне нужна тапочная ножка, салфетка, тапочка, не знаю.